Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racer 2. Как видите, я нахожусь в данный момент в серебре двухзвездочном. Нам нужно еще, наверное, одну звезду, чтобы перейти на золотой ранг. Поэтому сегодня будем, наверное, это дело набивать. Так, ну что же, давайте приступим сразу же. Буду я раскатывать вот на этой своей машине, на новой, да? Я ее, как видите, немножко проапал. Мне она нравится, поехали. Кубок претендентов. Ага. Ну что же, давайте. Главное, ребята, здесь начать неплохой старт. Так. Тихо ты, что ты делаешь, Рэй? Ты на колесо-то встанешь или нет сегодня? Вау, чудно просто, ребята. Ну, разбейся там нафиг. Нет, смотри-ка, не раз... Ребята, меня на каких-то допотопных машинах делают. Да ладно, такого быть не может. Ты посмотри, на джипаре чувак наяривает. Смотри. Ёлки-палки, вторая позиция. Это как? А? Это как может быть? Я на своей тачке, которая немножко, конечно, недоделанная, но все равно. Да что ты будешь делать? Смотри. Да хорош. Давай, 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 Рэй, не подведи меня. Отлично. Так, тихо, вот тут главное без приключений. Да ты посмотри, он меня все равно, ребята, хочет. Автобус тут еще настигает. Слушай, может быть, нам с вами поставить какое-нибудь ускорение, а? Потому что, ну... Нет, 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 я первый. Ху, я первый. Так, что у нас получается? Скорее всего, еще будет. Да, еще, ребята, один заезд. Все дело в том, чтобы начать старт нужно. Вот, вот сейчас неплохо мы стартанули. И все равно это, ребят, как-то не особо хорошо сказывается. Ага. Ты понял? Тихо. Ничего себе, ты не припухли, а? На своем баге здесь расчесывать. Иди отсюда. Так, ладно, тихонько, ребята. Главное не перевернуться нам. Ядрени фени, где там финиш? Я финиш жду, как манну небесную, ребята. Вот он, и я первый. Я должен быть в голде. Я должен быть в золоте, ребята, посмотрим. Да, первое место, превосходно. И что такое? Специальная покупка? Нет, спасибо большое. Стоимость X3, 190 рублей. Нет, обойдемся. Так, ну что, немножечко мы с вами подросли по рейтингу. Поехали далее. Будем чисто сегодня набивать рейд. Эй, ребята, я нечаянно нажал на кнопку мыши зачем-то. И у меня сбросилась скорость. Ты посмотри, чувак на баге там наяривает. Вау, ну-ка, давай его вот здесь вот в воздухе сделаем. А на земле-то он меня, ребята, опережает. Вот что хочу сказать. Если я в воздухе как-то отрываюсь от него, то по земле нифига подобного у нас не получается. И я первый. Ну, по красоте, согласитесь. Давайте сразу же на горяченькую. Так, у нас еще, ребята, два заезда. Погнали. Как он, ребята, так вот... Да ладно тебе! Слушай, чепушила! Отвали, герой какой-то. 94 395. Твое место сзади, где-то там, у меня в хвосте. Нечего сюда идти. Мешается только мне. Так, и, ребята, здесь я тоже первый. Ну что же, машиночка пока рулит. Ничего не могу плохого про нее сказать. Ну, единственное, что стартанул плохо. Вот что я хочу сказать, единственное. Летим. Что у него там за колеса такие стоят? За маленькие колесики, которые очень хорошо имеют сцепление с землей. И он меня именно на земле перегоняет, ты понял? Так, ладно, давай попробуем здесь, ребята, как-нибудь его обогнать. Фух, чудно, чудно. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Отлично, так, превосходно. Так, забрать. Конечно, забираем, ребят, с вами 10 гемов. Разблокировать. Пускай будет разблокировка. Так, ну что, мы еще немножко с вами подросли. Так, я вот думаю, может быть, нам... Давайте движок, ребят, с вами улучшим. Все. Нет, можно еще коробку. Коробка передач оптимизирована для наилучшего ускорения. Практически все деньги, ребята, я слил. И у нас с вами пустыня. Ага. Слушай, ну смотри, ребят, немножко движочек улучшил, да, и... Пошло дело. Я бы даже сказал, полетело. Так, вот здесь надо быть опасно. Тут можно, ребята, врезаться. Упс. Тихо, тихо, тихо. Так, давай без приключений. Отлично. Так, ну тут ладно, тут можно уже газовать по полной программе. Ничего страшного здесь уже не будет.
Тут обычно еще кактусы всякие мешаются, но в этот момент я почему-то их не заметил. Оп, ты видел, какой кульбит я сделал? Только я могу такие кульбиты выписывать. Давай, ребята, дальше. Стартанул как-то не ахти. Не ахти, чувак на баге меня обгоняет, ребята. Давай в воздухе его делать. Опа, нормуль. Отлично. Сегодня мы должны, ребята, с вами, ну, попытаться взять. Кактусы мешают мне, ё-моё. Я врезался об них, и у меня, как вы видите, скорость теряется. Но, тем не менее, все равно, я пока первый. И я финиширую. Ух. Нифига там, чувак, на мотоцикле наяривает, да? В прошлой серии я еще, по-моему, ребята... А, да, я открыл новый вид транспорта. Это у нас, если не ошибаюсь, по-моему, мотоцикл или мотороллер. Нет, мотоцикл. Вау! Фига мы тут с вами, летуны. Только не воду, пожалуйста, только не воду. А они все перелетели, ты прикинь? Да что такое, что ты... Да ладно, ребята, а почему так получилось? Неужели из-за воды я так потерял много преимущества по скорости? Понятно, короче, ты понял? Сцепление вообще никакое. Почему мою машину стало в последнее время задирать? Такого я раньше не замечал. И последний еще приехал. Вообще замечательно. Это надо было так обделаться, а? Под конец. Какое место хоть мне дадут? Первое, слава богу. Так, смотрите, ребята. Почти половину мы с вами набили. Что можно сделать? Так, нам нужно еще, ребята, 3 гонки выиграть. Для того, чтобы мы получили сундук. Вот, да, ребята. Любимый двухколесный транспорт Билла, также известный как Аполлон, всегда готов прокатиться. Вот именно вот этот вот мотокросс это, ребят, я и получил. Ну тут видите, да, у нас и трактор. Это трактор? Я, честно говоря, думал, что это другое что-то. Ага, а вот эта вот тачка у нас открывается, ребята, на 3 звездах в серебре. А вот это уже открывается на золоте. Танк, танк, елки-палки. Снегоход, одноколесная какая-то ерунда. Вау, нифига там. Блин, прикинь, вот такую тачку, ребят, получить. Вот это было бы, наверное, вообще круто. Ну что же, мы с вами продолжаем нашу эпопею, наши гонки. И у нас, ребята, пляж. Старт плохо взял. Ну ладно, давай посмотрим, может быть, у нас получится и без этого неплохо. Все, я, кажется, понял, в чем проблема. Ребята, мы когда с вами... Вау. Мы когда приземляемся, у нас теряется скорость. Вы поняли? Посмотрите, оп. Не, ну тут хорошо, ладно, тут удачно еще получилось. А так, если посмотреть. Ну давай, давай, давай. Давай, 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 первыми, первыми. Фу, yes. Чуть-чуть бы и мы, ребята, с вами бы проиграли. Что это за машина такая, а? Это самая начальная, что ли? Просто ее так апгрейдили? Походу дела, да. Главное, очень хорошо начать старт. Это практически 50%, ребята, залог успеха. Перевернись, Элла. Не хочет переворачиваться. Америкашка, да, впереди у нас тут газует. Ладно, попробуем вот здесь. Нет, нет. Так как же мне его сделать-то, а? Слушай, что-то с моей машиной не то, ребят. Раньше она, по-моему, быстрее ездила. Что я не так установил на нее? Круто я его подрезал. Ребята, вы видели, он там что-то упал, начал... Болтыхаться, короче, по земле. И в этот момент я его наказал. Это наказуемо. Есть. Опять, да? Опять 25. Опять этот впереди. Ух, отлично, мы пролетели здесь. Нет, 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 нет. Переходи, 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 переходи. Давай перелетаем. Ух. Давай вот здесь вот как-нибудь попробуем перелететь. Нормуль. Отлично. Слушай, шикарно, ребята, идет у нас все. Так, давай, вот он финиш, и мы прям залетели сюда. Замечательно, первая позиция. 100% здесь, ребята, первое место. Так, 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 так. Эх, да, ребята, открываем с вами сундук. Так, деньги. Тяжеловоз, стартовый и усиление. Погоди-ка, а что у нас вообще, ребята, с вами установлено на машине? Дай-ка я гляну. Так, это у нас что? Подпрыгните в воздух, примечание. Так. А, чтобы активировать. Я совсем забыл, что мы можем с вами действительно в воздухе. Так, подпрыгните в воздух. Все, я понял. 2 кнопки мы нажимаем с вами, да, ребята, и у нас машина подлетает. Надо будет это протестить. Тихо, вот здесь я не буду выеживаться.
И они, кстати, тоже не стали, а? Ты понял? Ну-ка. А что? Ну я нажал на две кнопки и что? А, это для прыжка. Все, ребят, понял. Есть. Это, короче, у нас поднимаются колеса, и мы с вами якобы должны подлететь в воздух. Ну, я, правда, не знаю, а зачем я себе вот такой вот взял, а? Зачем я взял вот этот вот себе прыжок? Мне он тут вообще не нужен, если честно. Тихо. Упс, упс, упс. Твою же дивизию, ребята, я хотел сбросить скорость. Неужели они тоже поубиваются все? Ты смотри, один так... Нет, выжил. Значит, я один лопухнулся только лишь. Только лишь я один лопухнулся. Так, ладно. Надеюсь, впредь таких подколов не повторится у них. Хотя, почему не повторится? Они любители такие вот, ребята, подставы делать, если честно. Теперь нам нужно с вами занять первое место два раза. Уху! Влетел. Слушай, довольно короткая трасса, и мне понравилось там. Просто, смотри, летят как в... я не знаю кто. Я вот все... А, тут всего две гонки было. Ну... Так, ребята, мы половиночку с вами набили. И знаете, что я хочу сделать? Все-таки я, наверное, поменяю на машине. Мне не нужен вот этот вот амортизатор, скорее всего. Так. Давай мы с тобой... А, тут на 50 уровне. А что можно нам такого установить? Ускоритель. На идеальном старте. Давай мы, наверное, его, ребята, вот сюда вот поставим, да? На идеальном старте. Можно, кстати, поставить крышу. Это если что, мы с вами перевернемся, да? Так, а мы можем уровень с вами бесплатно? За рекламу, что ли, повышаем, да? Ну-ка. Нет, за деньги, ребята. Вот, второй уровень. Бесплатно за, за рекламу. Так, ну что, третий уровень у нас крыльев. Я надеюсь, что какой-то будет от этого эффект. Давайте, ребята, проверять. Ну. При идеальном старте у нас ускорение. Отлично. И все, и... Моя ракета оторвалась. Она мне только при начальном старте дает, и все, дальше ее нету. Ну ты посмотри, как я, ребята, стартанул-то, ё-моё. Пускай теперь догонят. Ни одного шанса у них нету, вообще ни одного. Ты прикинь, насколько, ребята, я почти на 2 секунды оторвался от соперников. Так, тут у нас 3 гонки будет. Ах ты, ё-парасоте. Не вышел у меня, ребят, на этот раз фокус. Слушай, ну я и так, по-моему, неплохо, да? Еду. Так, отлично. Вот он, вот он, вот он старт, финиш, то есть. Да, ребята, заехал, все отлично, все хорошо. Слушай, ну плохо, конечно, было то, что мы с вами старт очень плохо взяли. Да опять, опять 25, да что ж ты будешь делать? Они там все на узко... Ух, ёхалы-мыны. Вот это было, да, чудо, ребята, просто-напросто. Нифига я тут раздух... А ты представляешь, если бы у меня еще ускорение бы сработало, а? Как бы я сюда влетел бы красиво. Да, ребята, отлично. Первое место нам обеспечено. Класс. И вот, вот теперь можно сказать ровно, ребята, половина от того, что нам еще предстоит сделать. Нет, давай-ка мы, наверное, стартанем, но... Блин, на самом деле я хотел убрать эту ракетницу. Вау. Ну, давай покажем, на что мы тут, Рэй, с тобой способны. Неплохо мы стартанули с вами, согласитесь. Так, крылья у нас второго уровня. Жжж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 
отлично. Вот единственное, что сцепление меня немножко смущает, потому что мы когда приземляемся... Нет! Фух! Повезло-то нам как. Нифига этот чухонец меня чуть, ребята, не взрючил, а? Ты понял? А ну-ка давай-ка. Идеальный старт, конечно, идеальный. Да, ага, 25. Да, и я их вот здесь вот, ребята, попробую нащелкать. Так, полетели. Полетели, полетели, полетели. Видите, да, с большой высоты, ребят, когда мы с вами приземляемся, я сразу начинаю терять скорости. В отличие вот от этого чувака, который на мотороллере. На мотороллере он, ребят. Ну где там, блин, вот он, вот он, вот он, вот он, финиш есть. Виктори, конечно, виктори. По-другому здесь даже и быть не может. Я не хочу слышать ее луз или еще там что-нибудь. Во. Тихо, подожди. Отлично. Чувак там кувыркнулся разочек, но он не разбился. Так, куда я заехал? Зачем я это сделал? Не знаю, зачем я это сделал, но чувак от меня не отстает.
Ты понял? Так, тихо, вот здесь вот. Ух, мне повезло, и я влетаю. Согласитесь, вот это классно, вот это гонки, да, ребята? Так, ну что, поехали дальше. Сегодня я вам сказал, ребята, будем набивать чисто рейтинг. Блин, старт фиговенький. Противнички крепкие, сильные. Я даже вижу, ребята, как они едут. Они не отстают от меня. Тихо, машинка, пожалуйста. Не надо, не надо. Да как так? Потерял немножко в скорости, и все, на тебе, получите. Ребят, я их обгоняю, я пытаюсь, я пытаюсь. Вау, там один навернулся. И вот он финиш. Фу, а этот пытался меня, вот этот вот пытался меня Ханорик обогнать. Но ничегошеньки, у него не вышло. Так, мне нужен идеальный старт, ребят. Зачем я опять нажал на кнопку мыши, а? Я потерял, ребят, сейчас только что в скорости. Причем офигеть как потерял. Надо мышку вообще эту не трогать. Зачем я ее держу в руках, елки-палки, а? Она здесь вообще не нужна, если честно. Так, идеальное приземление. Давай перепрыгиваем. Так, полетели. Отлично, оторвался я от них. Причем довольно неплохо, согласитесь. Вот это вот мне не нравится. Вот это вот мне не нравится. Вот теряем мы скорость. Вот. Нет, все, я их сделал всех. Голова там хрустнула. На одну секунду, ребята. Так, и у нас с вами последний. Смотри, как мы с вами стартанули. Почему-то мне кажется, что они тоже там все стартанули. Судя по тому, как они меня, ребят, догоняют. Ну, отлично. Так, здесь можно немножко вот так вот пролететь. Хорошо, блин, я уже... Да ну, иди отсюда со своим мотороллером, эй! Бродяга, отвали. Ты мне не нравишься, день там позади. Вот, ребята, финиш. Фух. Клевенько, клевенько. Тут по-другому и назвать нельзя, ребят. New record. Слушай, мы, скорее всего, сегодня с вами перейдем в серебро 3 звезды. Многие, наверное, скажут: Рэй, почему ты ездишь все время на этой тачке? Ребят, ну если я буду сейчас выбирать какие-нибудь другие тачки, мы будем 3 часа с вами получать лигу в серебре 3 звезды. А тут хоть какие-то шансы есть, понимаете? Да не то, что хоть какие-то, а шансы есть. Блин, вот чего, почему у меня стало машину задирать? Мы с вами, видимо, движок улучшили, да? Скорость прибавилась. А вот балансировку надо как-то, ребята, как-то нам надо ее улучшать. Неплохо, на 2 секунды мы здесь их сделали. Старт отличный, ребята. Так, вау, моя машина просто несется как сумасшедшая. Так, отрываемся. А что нам нужно сделать для того, чтобы вот машину нашу так не задирала? Ну, я сомневаюсь, что нам надо менять подвеску или еще что-нибудь. Там, скорее всего, что-то надо типа тяжеловеса такого брать, да? Опять же первое место. Ребят, смотри, на 4 секунды почти, да? Опередил. Почему вы мне не даете больше вот это? Так, первый снег. Ага, зимой поедем, да? Ну что, ребята, я не против. Давайте. Я не против этой зимы. Плохо старт, ребята, был, плохой. Вы сами видите, я даже не использовал... Оу! Так, ну тут как-то у меня сцепление с поверхностью не особо хорошо идет. Но, тем не менее, машину не переворачивает. И едет она идеально, можно так сказать. Так, тихо, вот здесь вот главное. Вот. Вот здесь мы, кстати, потеряли преимущество по скорости. Вы сами поняли, наверное, почему. И все равно я приезжаю первый. Кстати, у меня же, по-моему, там новая шапка есть. Я в прошлой серии... И ее заработал. Ну, то есть в прошлой серии ее нет, потому что она, ребят, не записалась. Я еще раз вам говорю. Тоже там довольно прикольные были моменты. Опять же, там все было довольно легко. Так, вот это мне не нравится. Отлично, по красоте. Тихо, не надо тут выкрутасы такие делать. Это опасно. Нормуль. Так, что дальше? Дальше вот здесь вот тихонечко проезжаем. Олени, которые меня отвлекают. Я на них почему-то смотрю. И все, ребята. Виктори! Так, это у нас была последняя гонка или какая? Или вторая? Это вообще была... Да, это была вторая. Вот, ребята, у нас последняя.
Неплохо, газуем. Так, тихо. Я сам виноват, я сам виноват. Мне надо было продолжать нажимать, зачем я начал. Ой, ну первое место все равно, ребята, я получил. Совсем-совсем немножечко осталось нам. Так, смотрите, что я хотел вам показать. Я купил, по-моему, новую, ребята, трассу. Так, ну это под водой, да, ржавый риф. Я взял, я гора взял. Ребята, я на ней, кстати, в прошлой серии, опять же, которая не записалась, установил рекорд, прикинь. 2 километра 236 метров. Офигеть. Ну мне понравилась эта трасса, а потом, если мы сегодня набьем с вами в серебро 3 звезды, я вам покажу эту трассу. Да, многие, наверное, ее и видели. Она довольно прикольная, ничего там сложного нету. Опа! Так, я не понял, это что за байкеры тут у меня появились? Бразилец и британец, да? Так, один, по-моему, там навернулся. А этот нифига ты, жучара. Ну-ка, давай, ребят, попробуем его все-таки вот здесь вот сделать. Фига, у меня тут такая Феррари, а он на каком-то там драндулете меня хочет обогнать. Феррари. Ладно. Первую гонку я вроде сделал. И это, ребята, при ускорении они меня так начали обгонять. Опять 25, да? Опять не за свое. Вот, вот здесь, смотрите, мы теряем скорость, когда у нас в горку подъем идет. А он тут наяривает. Он наяривает, ребята. Так, хорошо. У него устойчивый какой-то мотоцикл, посмотри. Вот тут я ему подосрал маленько, видели, да? Я бремишко поднял наверх, и все, и он потерял скорости. Хе-хе-хе. Точно байкер, а? Так, и последняя, ребят, заключительная у нас гоночка. Стартанули нормуль, кстати, я вам хочу сказать. Уху! Перевернись, гаденыш. Не хочет. Не хочет. Что-то он в воздухе слишком круто летит. Вам не показалось так? Вау, чуть не перевернулся. Ёлки-палки, засмотрелся я на него. Так, отлично. Замечательно. Так, я должен первым, ребята, быть. Я не хочу, чтобы меня байкер какой-то обогнал. А ведь может он обогнать? Нет, не может. Шик и блеск, тут по-другому не назовешь. Одни первые места у меня, ребят. Ну сколько тут еще нам гонок? Наверное, гонок 5 надо сделать, чтобы мы с вами получили. Я надеюсь, тут не будет никаких боссов. Ведь могут же, да, кого-нибудь нам подкинуть. Как в тот раз, чтобы перейти на следующую лигу, нам надо было победить босса-ниндзю. Летим, летим, летим. Классно, я обожаю, когда мы так вот, ребята, с вами в воздухе можем планировать. Лучше в воздухе лететь, чем, да, красиво ехать. Е, yeah. Первая позиция. Тут у нас авто. Все в кучу собрались. Ну, давай, попробуем. Не подведи меня, машинка. Ох, ёк-лэмэне, ребята. Ну, вы поняли, да? Да ну! Все, тот чувак вообще улетел капитально. Ты посмотри. Они все. Тут еще, знаешь, смотри, Турция против меня. Бакси Герл. Это Америка. А кто там у нас? Британия, САРП-86. Врежьтесь все. Нет, ребята, третья позиция. Но в результате все равно я должен быть на первом месте. Ведь так? А, подожди, у нас еще гонка. Вот так-то надо было это все делать. Конечно же, все, ребята, на ускорение. Да отвали ты, ё-моё, Сарп, ты куда прёшь? Летим, ребята, отрываемся от них как можно дальше. И как только я начинаю приземляться на землю, какой-то грёбаный автобус, ребят, меня уделывает. Какой-то вонючий автобус, ну! Есть! Ух! Урвал кусочек сладкий, урвал я. Должен быть первым, да, ребята, первым. Отлично, мы с вами подросли. Кубок пустыни. Вот, ребята, скорее всего, здесь сейчас будет у нас босс. Наверное, или нет. Стартанул, отличненько. А какой, ребята, о каком я боссе могу говорить? Мы же с вами не переходим на следующий рейд, да, ведь? У нас же просто вторая, точнее, третья звезда откроется в серебре. Вот тут надо быть, ребята, предельно аккуратным. Можно врезаться, как говорится, головой о потолок и все, свернуть шею, и хана мандрыга тебе будет. Ну, а вот тут уже можно спокойненько себе гонять. Ух, нифига, я там крутанулся. Ладно, поехали далее. О, замечательно, шикарно.
Давай, 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 Рэй, не подводи меня. Так, отлично. The best from West, можно так это назвать, ребят. Ну, вот все-таки какой-то нюанс есть, ребята. Вот когда мы с вами приземляемся, да, у нас сразу же моментально практически теряется львиная доля в скорости. Меня это напрягает, если честно. А вот как с этим бороться, я пока не знаю. Может быть, я зря убрал те подвески, которые у нас были. Да ну, брось ты, ё-моё, без ускорялки. Ладно, хорошо. Йоху! О, ребята, мы летим с вами далеко. Чё там, много времени в воздухе, да? Нифига ты, парнишка! Вот это да, вот это они тут прыгают. Ё-моё, откуда у вас такие, ребята? Может быть, он во время прыжка нажимает на две кнопки, и у него есть супер скачок, и он специально так нажимает, и прямо, знаешь, с этого трамплина летит, как птичка. Но я все равно, ребята, первый. О, грифон сидит тут. Так, дай мне, пожалуйста, первое место. Так, ну что, ребята, пляжный кубок. Я думаю, что еще две гонки нам всего лишь предстоит сделать. И победушка будет в кармане. Я хочу в это верить, что победушка будет у нас, ребята, в кармане. Так, да что ты будешь, опять он на этой тарантачке, на синей своей, меня пытается обогнать. Но я не знаю, получится, нет, по-моему, не получится у него ни шиша. Опс, отлично. Мне нравится, что моя машина очень хорошо себя ведет во время приземления, во время полета. Ее не так не мотыляет. И вообще все классно. И вообще я даже первый, ребят, приехал. Улучил, как говорится, моментик и дорвался. Ну что же, очередной, ребята, у нас заезд. Паршиво. Вы это поняли, да? Паршиво сейчас было. Так, вот здесь надо нам перелетать всю эту трихомудию. Они там пускай что хотят делают. Нам как бы по барабану. Какая-то музыка такая пляжная, ребята, играет, да? Типа как на Гавайях. А мы действительно как будто бы с вами на Гавайях, потому что вон сзади там маленькие бунгало стоят и все там подобное. Так, ладно. Тихонько. Мне нравится, как, ребята, здесь сделано оформление, да? Ты ешь, тут домики, тут олени, зимой там какие-то снеговики. Прикольно сделано. Ну что же, попробуем сейчас мы с вами сделать здесь. Угу. Отвлекся на этого мотоцикла. Музыка меня еще тут такая, знаете, гавайская, действительно. Та-да-да-да-да. Акулейла. Или как там это? Акулели? Маленькая такая гитарка. Оп, на которой они там дринкают постоянно. И днем, и ночью. В жару и в холод. Когда у них, интересно, там холод есть. Меня это не волнует, ребята. Я влетаю на финиш. Да. И давайте-ка посмотрим. Давайте-ка посмотрим. И ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты что, издеваешься, что ли, надо мной? Ты надо мной сейчас издеваешься или что? Вот не дотянул микродозу, ребят. Он микродозу просто не дотянул. Так, тихо, дай-ка я попробую, ребят. Зря я, наверное, так буду пробовать. Твою же налево. Вот это я... Вот это я сглупил сейчас. Я, ребятушки, сглупил. Ну что же, мне теперь нужно здесь вот две вот этих вот гонки. Да ну хорош! Фу, ладно, хотя бы так. Тихо, вот здесь-то что такое? Что это за полено там еще висел? Тихо, вот тут вот не надо. Чудом, ребята, чудом я не врезался. Да, и финишировал, отлично. Так, ну еще одну гонку нам нужно сделать, чтобы приехать первым, чтобы у меня было первое, ребята, место. О! Салина бомбанули. Давай. Так, это все собираем, это все собираем. Главное, без приколов, чтобы было. Горючку подобрали, это уже хорошо. И вот, слушай, какие-то короткие у нас тут такие заезды. Ну, надеюсь, я первый. Да, ребята. И... Ну вот, вот. У меня новое достижение, ребята. У молодца не без сердца. Воскресный чемпион. Вау. Багги для песка, ребята. Открывается, но опять же, моя тачка круче. Ну что, давайте, наверное, сделаем с вами один заездик. Как говорится, перед выходом. Я еще хотел вам показать горы, которые я открыл. Так. Вау. Тихо, не дуркуй. Не надо так баловать. А что там гремит такое? Я, по-моему, там развалюха какая-то сзади, что ли, едет. Radical Kids. Я не знаю, что это, ребят, за... Что это за флаг? Я вижу, что твист... Твист... Твистлеш?
Это американец. Воскресный чемпион. Водный путь. А почему водный путь? Еее. Найс. Так, америкашка, хорош, отвали от меня. Не надо тут ко мне. Даже близко возле тебя, чтобы не было. Так, тихо, ты. Ага, нормуль. Давай, 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 давай. Опс. И еду просто на одном дыхании, ребят. Серьезно вам говорю. Вообще, как будто вот я не в гонках участвую, а просто еду на дачу. Никто не напрягает меня, и мне это нравится. Вот я боюсь, когда мы с вами перейдем в золотую лигу, вот там меня, наверное, будут расколбашивать. Потому что там будут тачки-то какие? Из золотой лиги. А из золотой лиги у нас какие тачки? Опа! Опа! Офигеть! В первый раз, ребята, такая фигня происходит. Чтоб я где-то врезался. Плюс не мог даже проехать, ну, подняться. Ну, фигово старт. А вот, ребята, кстати, и та самая трасса, которую я открыл. Вот она. Горы. Поэтому можно даже ее не показывать. Смотрите и любуйтесь. Точь-в-точь. Такие же горы, едешь. Там еще горные козлы будут стоять. Вот они. Так что... Отлично. Так, ну что, первый заезд у меня, конечно, получился комом. Я врезался, я разбился. Точнее, я даже не врезался, я там застрял. Сделал немножко назад и разбился. А была бы у меня защита, типа крыши, возможно, все бы и обошлось. Ну что, первое место, ребята. Слушай, ну если мы вот так вот с вами быстро набираем опыт, то, скорее всего, в следующей серии мы обязательно с вами перейдем в золотую лигу. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!